Так, мы в поселке Ватутинки, вторая Ватутинская улица, вот она проходит, и мы у пересечения с улицей Дмитрия Рябинкина, бойца спецподразделения Альфа, погибшего при освобождении заложников в Буденновске. Вот памятник павшим за Родину, Великую Отечественную, красивый такой. Ну и вообще, я замечаю, в Ватутинках очень много внимания уделяется именно вот событиям Великой Отечественной. Что касается улицы 2 Ватутинская, чем-то она похожа на 3 Ватутинскую, на которой мы уже бывали. Вот такие же двухэтажные тут красные домики такие. Туда вот к Калужскому шоссе. Так, ну а мы пойдем к улице Дмитрия Кабалевского. Сейчас вот по 2 Ватутинской. Вот у нас улица 2 Ватутинская. Ну вот прямо она туда вот в этот дом упирается. Непонятно, есть ли выезд вот именно по этой улице на Калужку. Как я понимаю, там только во двор туда. Ну, зато есть выезд по 1 Ватутинской, на которой мы еще побываем. Как раз, наверное. Так. Еще... Белишка тут. Ну, такая поселковая местность. Типичная, наверное, для многих российских городов. Небольших поселочков. Но с той лишь разницей, что все-таки здесь довольно неплохое благоустройство. Не везде оно такое прям. Ну вот такая жизнь размеренная тут идет, а рядом строится современные ЖК. Кстати, Ватутинки тоже получат станцию метрополитена Троицкой линии, она будет предпоследней перед Троицком непосредственно. И, как я понимаю, будет располагаться где-то вот у Калужского шоссе там. Вот, а нумерация у нас идет от улицы. Вот, ну, мы, то есть, в обратную сторону идем. То есть она по направлению к Калужскому шоссе. Квартальчик. Ну, можно, кстати, да, во дворик зайти, там эта улица уже будет. Пойдем посмотрим тут внутрь. Те вон дома даже отремонтированы. Не знаю даже, с чем сравнить. Такие стильные хай-тековские фонарики вон есть. Ну да, благоустройство здесь хорошее. Не похоже оно на типичный, так скажем, провинциальный. Хотя и в провинции много уютных поселочков таких небольших. Дом отремонтировали, как понимаю, да?
Так, ну ладно, пойдем еще на первую Ватутинскую. Пойдем на первую Ватутинскую сейчас и посмотрим, что там за ЖК строят. Да и вообще погуляем среди новых, более новых микрорайонов.